Всем, кто смотрит нас, всем добрый день, а может даже вечер. Мы те самые ребята, которые выдвинулись 7 ноября 2022 года из города Серпухов и двинулись неизвестно на направление. По итогу мы оказались на передке. Все мы здесь, мы живы, мы здоровы, и мы не сдались. Нас заранее вели в заблуждение. Не было никакого вида подготовки, брони, только снаряды, блядь, только БК, блядь. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача – выжить. Выжить и добраться до вас. Меня зовут Гурин Владимир Андреевич. Я один со второй роты. Нас осталось не так много, нас потрепало. Но мы не без вести пропавшие. Мы не ранены и мы не убиты. Мы не сданы в плен. С нами повели очень плохо. Наш комбат от нас отказался. Нас неделями возили по лесам, нас заранее укатывали. Приехал комбат, который представился точкой, и разделили роту на две части. Первая часть в составе 60 человек выдвинулась, блядь, на Макеевку. Вернулись не все, но большая часть. Нас заранее ввели в заблуждение о том, что не нужно брать с собой ничего, кроме БК. Мы вымокли, мы были разбиты, часть была уничтожена. Также про нас говорят, что Серпухов – это одно и то же, как людоеды. Изначально, с давних времен это все собиралось. Людям выдавали отдельно магазины, кому шомпол, кому калаш, кому затворную крышку. Броню даже не выдавали. Броню, которую выдали в городе Серпухов, блядь, относится к разряду, как правильно называется? Страхбольная. Страхбольная, которая не держит ни пулю, ни нож, ни топор, блядь, ни лопатку. Также каска. После одного удара ножом она не выдержала, она треснула напополам. Также нам не предоставили форму. Нас не информировали, куда мы едем, зачем мы едем. Нам изначально сказали то, что наша задача абсолютно другая. Все это время нас вводили в заблуждение. Каждый день нам говорили разную информацию, куда мы едем и что мы будем делать, мы не знали. Наш командир роты, пропавший без вести, замполит, пропавший без вести, командир и заместитель командира 4-го взвода, пропавший без вести. На данный момент самый старший является старшина 2-й роты. Мы живы. Помогите нам. Мы нуждаемся в вас, как и вы в нас. В данный момент мы базируемся в военном городке, который уже собирается строить на нас какого-либо плана. Просим вас, не оставьте равнодушными, будьте людьми. Мы с вами. Но без вас мы не сможем, как вы без нас. Мы верим в вас. Город Барыниковка называется, где мы сейчас находимся. Скажите, как спали в лесу? Сейчас скажу. Скажи, если не в лесу, спали в лесу. Давай, 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 говорите. Был обстрел. Обстрел велся нами, нашими же людьми по нам велся обстрел. Нас привезли в Макеевку в 3 часа ночи. Началась выгрузка с КАМАЗов. С КАМАЗов была выгрузка, в 3 часа ночи нас повели. Объявился, был такой точка, представился комбатом. Комбат сказал, так называемый точка, передал нам другим лицам. Был один из них лютый, а второй, пацаны, как звали? Депутат. Депутат. Депутат, да, у него прозвище было депутат. Позывной. Позывной. Мы приехали, они приняли наш состав. Разделили состав на две части, повели. Когда начался обстрел, так называемые комбаты, которые нас приняли, самые первые убежали они. Привели в незнакомую местность. Незнакомая местность была лесополоса. В этой лесополосе, не зная, как нам, как идти, как определяться по ней, нам как сказали, ребята, кто потеряется в этой лесополосе, будет просто без вести пропавший, и по прибытию на место точки, куда мы должны были прийти, нас никто по головам читать не будет. Кто пришел, тот пришел. Кто не пришел, будет считаться грузом 200. Когда начался обстрел, комбат нас просто убежал, мы остались одни. Мы собирались партиями. Кто-то дошел в эту же ночь, кто-то дошел на утро, кто-то дошел через день на эту местность. Как нам быть и что нам делать? Мы не знаем. Нам везде нас просто пинают, как футбольный мячик. Мы к одному подходим, к старшинам. Нам говорят, ребята, ждите здесь. Мы ждем здесь. Другой нам говорит, ребят, будьте здесь. Опять то же самое происходит. Но время идет. Враг приближается. Как нам быть и что нам сделать?
мы в неведении. Настолько лид стоит, что нам сделать? Да, мы сила, но помочь нам просто некому. Спали в лесу, в грязи, в дождь. Окопы были ни о чем. В лужах спали, одна форма, все промокли. Все заболели. Все больные. Бросили в лесу. Еды никакой. Пайку не дали, ничего не дали. Зачистка. Стреляли наши, не наши, и хохлы, и наши по нам стреляли. Еле унесли ноги. С вертолетов, с минометов. Стреляли со всего. Артиллерия работала по нам. Стрельба велась с любого орудия, которое вы знаете и слышали. Со всего орудия стреляли по нам наши же солдаты. И не наши тоже. После этого всего нас вывезли в ангар. Привезли в ангар, сказали: ребята, будьте здесь. Приехал в ангар, тот называемый точка в ангаре, мы пробыли полтора суток. Приехала так называемая точка и говорит: ребята, мы вас сейчас вывезем. Мы начали задавать вопросы, куда нас везут. Мы в неведении, старшин у нас просто нету. Приехали, загрузили нас в машине, привезли вот в это здание. Без стекол. Здание все без стекол, электричества нет, стекол нет, холод, воды, еды нету. Нет. И опять мы в неведении, что дальше будет. Мы как смогли, мы дозвонились до родственников, до родных в город Серпухов. Надеемся на них, что как помогут просто нам вывести нас в город наш, в Россию попасть. От нас отказалось. В данный момент командования у нас нет. Мы сами пытаемся сливаться в роту и командуем сами собой. Так как командование просто нас все забыло о нас, что мы есть. Обратите на это внимание в первую очередь. Нас бросили. Нас просто кинули, как кусок мяса, на растерзание врагу. На место, в котором мы находились, называется здесь фарш. Фарш, да. А нам сказали, что... На тех позициях, на которых мы находились, после первой ночи, поутру, когда мы разговаривали с тем самым человеком, который себя назвал позывным депутат, к нему подошли наши командиры и сказали, что надо ребятам вещи забрать, чтобы были все сухие, чтобы дальше вести боевые действия. Ни одного здесь дезертира нету, никто не отказывался воевать. Никто не испугался, все хотели нормально себя показать и проявить. На что нам сказали: машин не будет, и отсюда вы уйдете либо 300-ми, либо идите отсюда пешком. Пешком до лагеря. Было порядка 15 километров. Мы все это прошли. Кое-как, переоделись, согрелись, шли под обстрелом, ночью также мерзли в лесах, потому что ночью было невозможно идти, чтобы просто банально не погибнуть. Комбат Серпуховский, который у нас был, мы его не видели с поезда, как мы прибыли сюда, мы не видели его с поезда. Подполковник Тесля. Подполковник Тесля. Когда нас везли в Макеевку, нам сказали, что нас будет провожать разведка, разведки не было, Мы просто были кинуты теми, кому нам комбат передал. Все. И мы остались вот сейчас одни. Просто одни. На произвол судьбы нас кинули. Мы либо отсюда выйдем, либо живые, либо груз 200. Другого варианта просто нету. Сейчас, на данный момент, мы все решаем единственный вопрос. Либо мы остаемся, как говорится, здесь и... В составе нормального подразделения, как нам говорили, это третий эшелон, это охрана объектов и сопровождение колонн. От врага стояли в 500 метрах. 500 метров от врага стояли. Если этого не происходит, то весь состав данной роты, батальон 1823, которому мы сейчас документально прикомандированы, город Серпухов. И по документам находимся до сих пор в городе Серпухов. Да, мы выдвигаемся обратно в Россию выдвигаемся и будем все это решать на более высоких уровнях, чтобы все это было официально и чтобы справедливость, как говорится, восторжествовала.